Всем добрый день. Сравниваем нашу воду. Вот сегодня мы ее сделали, налили, конечно, показатель чуть-чуть зашкаливает, но ничего страшного. И воду, которую мы сегодня купили, мы ее проверяли, еще раз проверяем. Наливаем, вставляем, сразу видно, меняются показатели. Показатели pH тоже меняются. Смотрим, что вообще будет происходить. То есть вода вот такая. В принципе, неплохая, но ВП нету совсем. Сейчас проверим по минерализации. Быстрый тест. Ставим такой прибор и смотрим, что из него получится на финише. Сразу видно, пошла реакция. Это наша вода, это вода, которую мы только что купили. Смотрим, что с ней произойдет за какое-то время. Это, конечно, банальный, но простой тест по сравнению воды по наличию минералов, что вообще в ней находится. В принципе, бурого оттенка нет, который показывал наличие металлов, что ли. Но в любом случае реакция идет. Ну, вода не греется, тоже хорошо сильно. Посмотрим, что будет дальше на финише. Сделаю паузу и посмотрим чуть попозже, что она покажет. Хотя многие скажут, что вот, я там воду подменил, или могу, в принципе, не выключать. Можете посмотреть потом ролик просто в полном формате, тоже как вариант. Будет выложен на сайте. Если кому-то интересна какая-то другая вода, которую мы можем проверить, пишите в комментариях, проверим. Если не трудно, подписывайтесь на нас, пусть люди узнают, какая есть вода, о пользе воды, о пользе водородной воды с водородом и с отрицательным ВП. В принципе, пока вот такой результат. Наша вода справа, то, что мы делаем, это вода, которую мы купили. Ну, сразу скажу, то, что есть такой оттенок, ничего плохого нет. Бывают результаты намного хуже. Это, в принципе, нормально. По частоте она неплохая. По показателям нету только ОВП. PH-ка, в принципе, неплохая, семерка. Пить, в принципе, ее можно. Наверное, это может закончить проверку. Всем хорошего дня и правильной воды.